Спектакль начинается с выстрела. Далее все стремительно и непредсказуемо. Главный герой – однорукий маньяк-убийца. Много лет назад он сам стал жертвой преступников. Они притащили его туда и силой уложили его руку на рельсы. Парень кричал, вырывался, как делал бы любой на его месте. И парень этот был я. В поисках своих обидчиков, а также отрезанной руки, он колесит по Америке, попадая во множество смешных и абсурдных ситуаций и встречая не менее странных попутчиков. Автора этой истории называют «королем парадокса», «мастером черной комедии». Пьесу «Однорукий» из Спокена написал ирландец Мартин Макдонах, создав пародию на голливудский триллер. Российская премьера спектакля состоялась в Перми. Я думаю, что Макдонах – это анти-Тарантино. Тарантино делает из убийства человека такой как бы эстетический акт и часто делает из этого просто такую очень смешную вещь, все смеются, и жизнь человеческая обесценивается у Тарантино. А Макдонах, он очень человечен. Совершенно другой, но не менее человечный. Бытописатель нравов российских Александр Островский здесь тоже в большом почете. В Театре у моста идут последние репетиции премьеры. 24 марта выйдет спектакль «Свадьба Бальзаминова». Комические приключения охотника за богатыми невестами обрамлены в затейливые декорации, которые переносят зрителей на полтора века назад в купеческую Москву. Островский – это такая стихия народного юмора, это такой русский, колоритный, настоящий русский язык. Вот он как раз, видимо, как бы сказать, такой декоратор слова. Русский классик, которого нет нужды осовременивать, и один из самых ярких современных драматургов Запада. Контрасты в театре любят. Мартовские премьеры у моста тому подтверждение. Юлия Зыкова, Евгений Шиленко, телевизионная служба новостей.